Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поделиться с вами покупкой с сайта jubiju.ru. Для начала хочу отметить хороший сервис, быструю доставку и, конечно, действительно качественную фурнитуру. Начать я хочу с обычных швенц в форме крючка. Так как я готовлюсь к выставке, таких крючков много не бывает. Далее швенцы в виде бабочки. Сделаны очень качественно, не деформируются, не гнутся. Очень крепкие и прочные. Затем я приобрела партию маленьких коннекторов. А вообще я буду использовать его в лепке с полимерной глиной, так как мне нужен был очень маленький катер. Далее будет новинка для меня. Это эпоксикон, краситель для эпоксидной смолы, для заливки баночек с имитацией морской воды. Пока ничего сказать не могу, потому что еще не пользовалась, но как только начну пользоваться, обязательно поделюсь своим мнением. Еще вот такие крупные основы для кулона двух видов. Обратная сторона по текстуре напоминает кирпичную стену. И вторые сверху кулона украшены листочками. Я думаю, что какой-то рисунок с цветами в природном стиле очень хорошо будет смотреться на такой основе. Резинка спандекс для браслетов, толщина 0,8 мм. В катушке 10 метров. Далее два деревянных браслета. Один более широкий, второй чуть потоньше. Есть небольшая шероховатость, но все равно их нужно будет шкурить перед работой с глиной. Так что для меня это не проблема. Для создания ожерелья я заказала вот такие чокеры в сером цвете. Замочек закручивается. И самое важное на сегодняшний момент для меня — три вида штифтов. Обычные с петелькой, плоской шапочкой и круглым наконечником. Штифты очень порадовали. Руками сложно согнуть, прочные, сами не разогнутся. Это был весь заказ с сайта Jubiju. Ставлю твердую пятерку магазину. Качество материалов отличное. Единственное, что могу добавить от себя, то, что хочется увидеть много больше фурнитуры под серебро. Все-таки фурнитура в бронзовом цвете преобладает, а я ее не очень люблю. И это были все покупки с сайта Jubiju. Ссылочка будет под видео. Ставьте лайки, если вам нравятся такие обзоры. И до новых встреч. Пока-пока.